Правительство Чувашии намерено добиться того, чтобы все дольщики строительной компании «Лидер» получили свои квартиры. Сегодня Олег Николаев провел совещание по вопросу достройки проблемных объектов в столичном микрорайоне Кувшинка. Компания «Лидер» строит 5 домов, 4 из них признаны проблемными. Застройщик неоднократно срывал сроки сдачи объектов, правительство искало различные варианты решения проблемы без банкротства. Однако компромисс найти не удалось. Осенью 2020 года правительство республики все же инициировало процедуру. После этого строительная компания смогла привлечь дополнительные ресурсы и возобновить работы. На сегодня практически завершено строительство дома, это позиция 4, идут экспертизы госкомиссии. Застройщик провел работу по урегулированию споров с кредиторами, подготовлены мировые соглашения. Взяв дополнительные обязательства от застройщика по конкретным срокам ввода в эксплуатацию названных объектов, проблемных объектов, мы решили, что возможно обратиться в Фонд защиты прав дольщика Российской Федерации с тем, чтобы было отозвано заявление о банкротстве. Только такое действие позволит ускорить процесс достройки данных домов. А самое главное, мы на это идем, конечно же, прежде всего, исходя из того, чтобы обеспечить максимально скорое обеспечение жильем тех дольщиков, которые вложили в эти объекты свои личные средства. И только эта причина для нас является поводом для того, чтобы пойти навстречу застройщику и сделать все, чтобы люди в кратчайшие сроки въехали в свои желаемые квартиры.